Taking it all for us, taking it all, taking it all for us. Oh, doing it all for love, doing it all, doing it all for love. For us, doing it all for love. Yeah, yeah, yeah. Too much in my system. Famine. Money in my age. Hotel empty. Mama making ends meet. Working like a slave. Mississippi and me. Daddy in a home, no. Prisoners, hey, peace and salt, this is a stick up. I'm taking it. Yeah, yeah, yeah. I'm taking it all for us. Doing it all for love. Yeah, yeah, yeah. I figure my two times to always a quest of one dream as a selfish. When it all comes down to it, I hope one of you come back to remind me who I was when I go disappear into the good night. I'm taking it all for us, doing it all for love. Yeah, yeah, yeah. Спасибо. Спасибо. Привет всем. Сегодня 22 мая, суббота. Рабочая неделя закончилась, а выходное – лучшее время для того, чтобы сделать такую долгожданную паузу. Согласись, Маш, у нас теперь просто сумасшедший темп жизни. Мы все время куда-то бежим, спешим, опаздываем. У нас горят дедлайны. Времени не хватает ни на что. Тайм-менеджмент не спасает. Именно поэтому сегодня я официально объявляю день остановки, передышки, паузы. Музыкальной паузы. А знаешь почему? Именно музыкальной. Почему же? Когда я, например, слушаю музыку, могу не только остановиться в моменте, но еще путешествовать, перемещаться куда угодно, остановиться кем угодно. В общем, музыка делает чудеса. Мы можем прийти в состояние эйфории от рейбовой музыки в каком-нибудь рок-клубе. Послушав романтичную балладу, пережить глубокую тоску неразделенной любви. Да, это так. Именно поэтому сегодня я предлагаю во время нашей музыкальной паузы перемещаться в разные уголки нашей планеты. Отличная идея, а главное, очень актуальна в связи с пандемией, когда границы закрыты и остается только мечтать. Мы устроим свое музыкальное путешествие с остановками в разных странах. А может быть и не только в странах. Увидим. Хорошая идея, только вот с чего начнем. Ты знаешь, Артем, как бы я хотела остаться один на один с природой. Побродить в джунглях, увидеть слонов, жирафов, львов, насладиться видом водопада Виктория. Я тебя понял.
значит, мчим в Африку. Встречайте, Зибар Гамбарова! Появляясь на этой планете, скорее открой ты глаза, чтобы все узнать, хоть всего не объять, и найти все ее чудеса. Огромный мир ждет открытий. Встречаем!
знаешь, я бы отправился на острова. На Бали? Нет, на Мальдивы? Нет, Маш, на Тенерифе? Нет, я бы поехал в самое отдаленное от цивилизации место на нашей Земле, где расстояние от островов до побережья составляет 3700 километров. Сколько? 3700. Кажется, я знаю, где это. Гавайи. И отправимся мы на эти острова вместе с Дашей Савчук. Встречайте! Yeah.
Полина. Ну что, теперь моя очередь выбирать следующий пункт назначения. Я бы поехала... Стой. Нет, еще не пришло твое время, Артем. Я еще хочу туда, где текут реки. Хорошо, а ты знаешь, какая самая длинная река в мире? Знаю, Амазонка. И об этой реке нам сегодня расскажет Ангелина Ярощук и балет Марины Ермоловой. Встречаем! Я хочу лежать
под солнцем и не думать ни о чем. Туда, где ничто не важно, где нет срочных дел. В общем, туда, где-нибудь фиолетово, абсолютно все. Ну, это тебе не ко мне, а к Софии Федотовой. Она знает в этом толк. София, выходи! Солнцем. Дельфины в салфе играют. Волна морская оберегется, а я лежу, загораю, любуюсь тихим приливом, холодный сок попивая, а от лучей из лепящих меня защищают, а мне фиолетово, фиолетово. Ласкает солнышко кожу, фиолетово. И надеюсь вам летом все фиолетово тоже. Смешной кудрявый мальчишка подходит как бы случайно. Молчит, покраснел, как вишня. Я как бы не замечаю, а мне фиолетово, фиолетово. Ласкает солнышко кожу, фиолетово. И надеюсь вам летом все фиолетово тоже. Кто-то ищет прохладу и тень, а я лежу на солнце весь день. Многим это кажется странным, а мне па-па-па-па-барабану. Танцуют все. Amigos los hombres, dancen los lámparas. Летом фиолетово! Фиолетово, ласкает солнышко кожу. Маш, ну что, теперь тебе тоже фиолетово? Да уж, мне тоже захватила эта волна магических перемещений Софии. Кстати, знаешь, о чем я подумала? О чем? Как круто было бы иметь, ну, например, такое приложение в телефоне. Смотри. Скачиваешь, регистрируешься, выбираешь любую точку на карте и мгновенно перемещаешься в нее. Digital ковер самолет? Ну, типа. Маш, у нас уже есть виртуальная реальность, так что скоро твои смелые мечты станут возможны. А я более старомоден, я хотел бы иметь крылья. Чтобы как птица парить над землей? Да, и это просто мечты. И пусть сегодня о них споет нам Мария Гулевич. Слушаем! Yeah.
и плакать, писать о феврале на взрыв. Поверьте, сейчас это станет возможным. Встречайте, моя соведущая Маша Жилина. I can't help love.
wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I walk in like a timepiece. I go straight to VIP. I never pay for my drinks. My entourage behind me. My life's a movie, Tom Cruise. So bless me, baby, yeah. And even if they try to, they can't do it like I do. See you, I feel you, there is sky.
Something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I only followed you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And still learning to love, just starting to grow. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. I
say something, I'm giving up on you. Say something. Мне нравятся разные стили и жанры. Ну, если выбирать прямо сейчас. Если прямо сейчас... Знаешь, я обожаю Стинга. Мне кажется, мало кто так тонко может петь о чувствах. Оля, все для тебя. И, конечно же, для вас, дорогие зрители. Мелодичная, пронзающая до дрожи трогательная композиция «Shape of my heart» в исполнении Марии Гулевич. Встречайте! For the money you win, he doesn't play for.
невозможно сказать словами. То, что задевает глубинные струны нашей души. Когда сложно говорить, нужно писать стихи, сочинять мелодии, и тогда любое душевное переживание превращается в искусство. Сейчас мы сделаем паузу на остановке ярких эмоций. Мой следующий Артем Скороль, и его «Танцы на стеклах». Dance.
Ксения Александровна, спасибо, Павел Ковалев. А сейчас переместимся в Испанию. Или в Грузию. Или во Францию. Нет, может, в Бразилию. Что-то я совсем запутался. Может, столько мест хочется посетить? Я предлагаю что-то более неожиданное. Например, отправиться в Беларусь. Маш, ты что, совсем уже перепутешествовала? Мы же и так в Беларуси. Ой, Артем, да, но мы про нее еще не пели, а самое главное, мы не пели на нашем родном белорусском языке. Хорошо, твоя дело. Встречайте, Софию Федотову с шуточной песней «Ты зазюля нет ку-ку». Ку-ку. Ку-ку. Зюля, не кукуй, не кукуй. Ты шарая, не кукуй, не кукуй. Коли будешь куковать, куковать, неде будем ночевать, ночевать. Ку-ку-ку, ку-ку-ку, ку-ку-ку. Коли будешь куковать, куковать, ку-ку-ку. Ночевать, ночевать. Давай!
Çağırdı, sen gelende dağlar gül açardı.
п'яних не до удус. Не денься, бого ж багарда, сар'яр багарачу. Менден прямо сейчас. Знаешь что? Я хочу не в стране, а в моменте. Представь, ранний летний вечер, меня провожает домой паренек с репетицией школьного оркестра. Ой, девичьи мечты, грезы. С репетицией оркестра? И на каком инструменте играет твой паренек? На балалайке. Знаешь, как в старой всем известной песне Аллы Борисовны? Балалайку в руки возьму. Светит месяц, тихо заиграю. Маш, ну ты и выдумаешься, конечно. На сцене Дарья Савчук. Балалайка. Встречаем! Девчонке интересно. Ты меня домой провожал с репетиции школьного оркестра. Этот вечер близок и далек, но со мной всегда и повсеместно. И девочка та, и тот паренек, и школьного оркестра. Блин-блин-блин-блин, я не ревную тебя. Блин-блин-блин-блин, обиды нет. Блин-блин-блин-блин, мы не вернемся туда. Блин-блин-блин-блин, из этих лет. Блин-блин-блин-блин, но если хочешь, звони. Блин-блин-блин-блин, поговорим. Сердцу не хозяйка. Нам бы лучше не вспоминать. Ой, да чего ж мы дуры, балалайка. Три струны ударю поперек и придут откуда, неизвестно. И девочка та, и тот паренек из школьного оркестра. Я не ревную тебя. Блин, 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 обиды
вернемся туда. Блин, 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 из этих лет. Блин, 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 но если любишь, звони. Блин, 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 блин. Поговори. Yeah.
vos verte junto a mí. Piensa que estabas mañana. Bésame, bésame mucho. Tú más quieres esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Y conmigo quiero tenerte y verte después. Смотри, какой
какой невероятный путь мы сегодня проделали. Побывали в разных уголках планеты, пережили эмоции, яркие чувства. Нам было и фиолетово, и жарко, и холодно. Мы были на островах, на суше, на море. Теперь самое время на этой невероятно позитивной ноте закончить нашу музыкальную паузу. Хорошего всегда мало, хочется еще и еще. Не переживай, мы еще не раз встретимся и вместе со зрителями будем путешествовать всюду через музыку. Ну тогда я приглашаю на эту сцену выпускницу Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина Стефанию Соколову и всех участников концерта.